Приветствую вас, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. В этом видео я вам расскажу и покажу, как купить мощность в облачном майнинге HashFlare. Майню я биткоины уже 2 года. Этой площадке уже 3 года. Поэтому покупать мощности здесь очень выгодно. Тем более курс бешено растет, и мы с каждым днем богатеем. Год назад я купила здесь на $1000 мощности, когда биткоин был $600. На сегодняшний день, у нас сегодня 15 декабря 2017 год, один биткоин равен 17-18 тысяч долларов. Закачала я себе вот такое расширение в браузер, и оно показывает, сколько чистыми со всеми вычетами я буду получать в день, в месяц и в год. Смотрим. На сегодняшний день у меня выходит $23 в день. То есть при таком курсе за год смотрим $8473. Здесь показывается также баланс. На моем балансе $344. В день у меня получается вот $25. И здесь одноуровневая партнерская программа. Мой реферал сегодня на $1305 купил мощностей США 256. Сейчас он очень-очень хорошо растет и очень выгодно. Смотрите, вот мои рефералы. Нажимаем инструменты и смотрим покупку. Вот сегодня было у реферала две покупки на $705 и на $600. То есть на $1305 он купил мощностей, мне пришло 10%, это $130. Сейчас я буду докупать мощности. Купить хэш рейт. Покупать я буду США 256. Нажимаем вот сюда, двигаем курсор. Внизу вы смотрите, сколько, на какую сумму вы будете покупать. Я буду покупать на $150. И примерно в день у меня будет на $2 больше, чем сейчас. Я буду оплачивать с баланса. Нажимаем дальше. Выбираем метод оплаты. Оплатить с баланса нажимаем. Ставим галочку «Я подтверждаю» и подтверждаем. Все, покупка прошла успешно. На балансе у меня осталось $195. И через сутки мы увидим, баланс обновляется один раз в сутки, мы увидим, примерно на $2 у меня будет больше. Смотрите, 11 терахэшей, 1 терахэш равен примерно $2.25. То есть на $2 в сутки у меня будет больше. Ссылочку на облачный майнинг HashFlare я оставлю под этим видео. Всем пока-пока!